Привет, друзья! Российские бронемашины БМП-3 к концу 2023 года начнут штатно получать динамическую защиту на основе новых элементов 4S-24. Динамическая защита на основе новых блоков 4S-24 обеспечивает отсутствие детонации соседних блоков при попадании в него гранаты или ПТУР. Российская БМП-3 с установленной новой динамической защитой значительно превосходит по уровню защищенности американскую БМП Брэдли в стандартном исполнении. Внутренние элементы старой защиты 4S-20 и 4S-24 взаимозаменяемы, поскольку у них одинаковые размеры и масса. Поэтому характеристики уже имеющегося комплекса защиты 4S-20 можно легко улучшить, заменив элемент на новые 4S-24. Масса элементов 4S-24 для защиты БМП-3 – 4,2 тонны. Площадь перекрытия борта корпуса бронемашины БМП-3 защитой составляет 62%. Лба корпуса – 36%, башни машины – 70%. У новой защиты удалось 1,5 раза поднять и гарантийный срок хранения. Блок 4S-20 требовалось заменять через 10 лет. Новый 4S-24 можно менять через 15 лет. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.